мне бы хотелось, чтобы вы, раз в моей книге сейчас архив в открытом доступе, что-то почитал или до этого читая, рассказали, что вам там понравилось, где какие-то темные пятна. Ну, короче, поделились. Применяли вы, не применяли, что там у вас получалось. А вот уже, смотрите, чайки летают. Кстати, только что пролетело 3 лебеди. Жаль, я их не успел снять. Вот, чтобы вы поделились своими впечатлениями от моих книг. Что вам понравилось, что применяли, что получилось. Где вы считаете сильные стороны, где слабые стороны. Вот. То есть вот такой вот между нами, чтоб разговор с теми людьми, которые это все делают, им надо, и пусть вот откликнутся, расскажут немножечко, а потом на эту тему сделаем видео по вашим отзывам. На начинается половодье.